Продолжаются проектные работы по улучшению и безопасности движения на участке шоссе Таллин-Нарва в пределах города Силаме. Напомню, что 2 года назад мы тщательно обсуждали эскизные предложения по улучшению безопасности движения на участке шоссе Таллин-Нарва на участке города Силамяе. Те обсуждения были закончены, и в настоящее время проектировщиками предлагаются дополнительные варианты, улучшающие эту ситуацию на Таллинском шоссе в городе Силамяе. Напомню следующее, что Таллинское шоссе в городе Силамяе занимает длину или территорию около 6 километров. Одновременно это шоссе является главной магистралью города, то есть без которой город не может функционировать. И это накладывает сложности на движение по Таллинскому шоссе. С одной стороны, это магистраль международного значения, которая идет дальше в Санкт-Петербург, но государственного значения, а с другой стороны, как бы получается городская улица, на которую выходит более 30 въездов, съездов, улиц и так далее. И вот как Таллинское шоссе, в этом случае оно функционирует достаточно плохо. И решить эти задачи, довольно сложные, связанные с улучшением безопасности движения как по Таллинскому шоссе, так и для обеспечения обслуживания города в транспорте, и представляются новые эскизы, и которые будут обсуждаться в дальнейшем при участии жителей города. Работы по эскизному решению строительства участка дороги будут продолжены. Акценты в проекте: главный узел пересечения железной дороги и шоссе, а также выезды из города. Правление Силамяевского объединения квартира собственников сотрудничает с различными учреждениями с целью поиска средств для проведения обучающих семинаров. Один из них пройдет 13 февраля. Участие в семинаре бесплатно. Уважаемые члены квартирных товариществ, Силамяевское объединение квартирособственников проводит для своих членов 3-дневный курс обучения по вопросам деятельности квартирных товариществ. Будут рассматриваться такие вопросы, как изменение законодательства по квартирным товариществам, правовое регулирование работы квартирных товариществ и работа с задолжниками. Приглашаем членов правления квартирных товарищей, состоящих в Силамяевском объединении квартирособственников, зарегистрироваться и принять участие в этом обучении. Оно состоится 13, 14 и 20 февраля в здании Силамяевского профессионально-технического училища. Время, расписание и все нюансы этого обучения, вся информация находится на сайте «Инфосила ЕЕ» и «Молодой ЕЕ». Мы продолжаем знакомить вас с планами мероприятий различных городских учреждений. Сегодня ими поделится руководитель клуба по интересам «Феникс» Тереза Печникова. Тереза Михайловна, 14 марта этого года клубу «Феникс» исполняется 2 года. Ваш клуб посещает более 100 человек. Ну, конечно, не каждый раз мы увидим 100 в этом помещении. Кому как удобно, Тереза Михайловна. Я считаю, что люди вашего поколения наиболее ответственные, наиболее, так скажем, любящие общественную работу. И выполняете ее. Поделитесь нашими телезрителями вот вашими планами на будущий 15-й год, мероприятиями в частности. Ой, Владимир, я не люблю говорить о планах и конкретно раскрывать. Они у нас имеются и в большом объеме. Вот, поэтому я немножко суеверная, о них говорить не буду. Я лучше скажу, что мы сделали, а на будущий год я отчитаюсь, как мы провели 2015 год. Согласны? Ну, давайте, Тереза Михайловна. Угу. Ну, во-первых, значит, женщины действительно очень активны. Клуб мне Бог подарил очень хороших, активных людей с хорошими мозгами, с хорошей энергетикой и с порядочностью. Я очень счастлива, что я нахожусь среди этих людей. По активности, я не знаю уже более где можно найти активных. Значит, у нас уже совершено экскурсии 29 по Эстонии.
Это не за один год, еще когда я в Мэрилайне работала, но, тем не менее, эти же люди. Мы уже начинаем по второму кругу. В этом году уже пойдет какой-то второй круг. Значит, в 2014 году мы посетили, значит, на экскурсии Ботанический сад, Телебашню, Ивангород, крепость и, естественно, Хабсулу. Вот, с удовольствием посмотрели, впечатлений очень много. Я буду вкратце. Проводим очень много праздников. Обязательно Рождество Христово, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Это в обязательном порядке, с программами определенными. Все, что отмечено красным цветом. Да, но проводим еще, у нас есть уже традиция, обязательно праздники урожая. Это дары уходящего лета, это уже с года в год повторяется, наверное, будет еще. Где кто вырастил, и мы это оформляем в юмористической форме, и проходит все очень интересно. Также проводится очень много лекций. Библиотекари нас, я их называла «наши просветители», в этом году мы провели 8 встреч с библиотекарями, знакомились с жизнью и Гамзатова, Рубцова, Ксении Петербургской, Лермонтова и многих других. В общем, очень хороший объем. Посещаем также термы, вот 7 терм. Мы уже Норус посетили, сейчас тоже собираемся ехать вот завтра. Проводим мастер-классы, берем мастер-классы у печерицы, берем мастер-классы по почворку, так, пополняем свой запас, так сказать. Проходит у нас встреча с депутатами нашего городского собрания. Мы уже провели и с Эви Пасмой, и с Каневым, и с Назаровой, и с Малышем, Култаевым, Сидоренко, и планируется еще в последующем встрече. Также встречаемся с архитектором нашего города, нас интересует, что будет. И очень хорошая традиция у нас – это дружба с детским домом. Каждый год мы к Новому году носим деткам вязаные носочки, рукавички, тапочки, какие-то подарки. Это уже традиция, с года в год она у нас повторяется. Здесь у нас еще работает кинозал. Мы смотрим документальные фильмы об Эстонии, все достопримечательности, красивые места. Тоже очень-очень здорово, мы довольны, потому что большая очень информация. Проводим час здоровья местными поэтами. У нас вот был Култаев, Кафанов, Сумарок, Молчанова, Багринцева. Ну и в последующем тоже у меня в плане есть. Будем приглашать еще других поэтов, малоизвестных, и, может, еще по второму кругу. Бывают у нас специалисты по дорожному движению, по пожарной безопасности. Ну, в общем, все, что связано с, так сказать, с неприятными ситуациями людей, нас это информирует. Поздравляем обязательно с юбилеем людей, с днем рождения, чтобы люди вот в одиночестве, чтобы они не отмечали свой день рождения, а здесь у нас в клубе. Проходит все это очень красиво, все приходят цветами, дарят, это очень, человек уходит такой спокойный. Тереза Михайловна, я хочу привести вот такие строки из песни. «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. У вас тут как предприятие, вы приходите как на работу сюда». Тереза Михайловна, ну и хочется спросить у вас, те, которые еще пока не охвачены вашей работой, как им подойти, вот те люди, которые живут в микрорайоне, они географически? Нет, элементарно, вот сейчас, особенно когда шли заполнение вот этих бланков на получение 15 евро, многие люди не читают, оказывается, и газеты, не смотрят телевидение, не знают, что такое клуб. Mm-hmm. Они открыли, что есть такой клуб, и уже пришли, зарегистрировались. Нет проблем, кто бы ни пришел, я с удовольствием принимаю. Мы записываем их все данные, телефоны, дни рождения. Так что вот уже... Вы скажите часы работы. Да, безусловно, с 11 до 16, понедельник, вторник, среда, четверг. С декабря прошлого года владельцы торгового центра «Плаза» с целью упорядочивания парковки автомобилей ввели новые правила парковки, о чем говорят установленные знаки. Но наказания за нарушение правил не применялись. Вообще мы должны были штрафовать с 1 декабря, но мы дали время привыкнуть нашим горожанам к знакам и к новым парковочным правилам. Что же должен делать водитель, который приехал на территорию торгового центра «Плаза» за покупками? Магазин «Максимум», к примеру. Водитель должен установить прежде всего парковочные часы. С парковочными часиками водитель стоит 2 часа бесплатно. Если же он хочет продлить время покупок и хождения по магазинам, то на территории «Максима» около центрального входа стоит автомат.
на котором он может купить, продлить время за 0,60 центов в час. А что же будет с теми водителями, которые не смогли, не успели, забыли поставить парковочные часы и ушли за покупками? Ну, тогда в связи с нарушением мы имеем право выписать штраф по закону об обязательствах, параграф 158. Плата за парковку, расположенную на частной территории, берется с первой минуты. С первой минуты. Но при наличии часов она не взимается. При наличии часов она не взимается. Два часа водитель стоит бесплатно. Имеет право стать бесплатно. Также у нас проходят парковочные талоны или разрешение на парковку, которое можно приобрести в центре Плаза магазина «Максима». Какие же штрафные санкции ждут тех, которые не сделали этого, не поставили парковочные часы, не приобрели талон, если они хотят быть более двух часов в центре? Штраф за то, что человек стоит без часиков, составляет 30 евро. Также мы имеем право штрафовать, если человек остановился в неположенном месте. Это инвалидные места. За инвалидные места с 1 января штраф повысился с 30 евро до 58 евро. Также я имею право штрафовать ночью, если кто-то из ближайших домов стоит без разрешения. У меня есть номера, которые могут стоять на территории магазина в ночное время. Остальные автовладельцы не имеют права. Да. А вот касаемо инвалидов, а с них берется плата за парковку? Желательно, чтобы у инвалидов тоже были часики, но, как правило, мне достаточно карты инвалида. Уважаемые горожане, будьте внимательны к знакам, следите за знаками и покупайте парковочные часы в эр-киосках или в торговых центрах. Но мы также бываем лояльны к тем людям, у которых нет часов, но не приобрели или забыли, или что-то. Тогда вы можете написать хотя бы на бумажке время прибытия и положить бумажку, чтобы я ее видела. Еще раз хочется напомнить автомобилистам. Установив на торпеде автомобиля парковочные часы, вы можете 2 часа спокойно совершать покупки. Однажды по радио в одной из передач я услышала в исполнении известных музыкантов детских произведений. Почему бы не предложить нашим педагогам сделать то же самое, говорит директор Силамяевской музыкальной школы Галина Кузнецова. Кроме педагогов, в концерте приняли участие ученики музыкальной школы.
Уважаемые жители города Силамея, приближается наш театральный большой праздник. 27 марта состоится Международный день театра. И наш театр Силамейский, «Другое небо», тоже готовится к этому празднику. Мы готовим премьеру спектакля по новеллам о Генри, так и называется, о Генри новеллы. Там будет 8 новелл в одном спектакле. А перед этим мы решили провести месячник театральный, будем так его называть. Хотя это получается двухмесячник, начинаемый в феврале. Вот уже с 3 февраля мы играем спектакль «Маша и Саша», но это не на нашей сцене. А 7 февраля мы приглашаем жителей города, и маленьких, и больших, на сказку Николая Гумилева «Дерево превращений». Вы знаете, был такой поэт Николай Гумилев, муж Анны Андреевны Ахматовой. И он писал не только стихи, но и писал детские сказки. Вот одну из этих сказок, которая называется «Дерево превращений», мы покажем 7 февраля в 12 часов дня на сцене нашего театра по адресу Чкалова, 25. Будем рады, если вы придете всей семьей, с родителями. Сказка такая своеобразная, очень необычная сказка в восточном стиле. Очень красивые костюмы сделала наш художник Анжела Сеппанин, художник по костюмам. Ну и ваши известные вам всем актеры будут играть, в основной состав, естественно, играют взрослые люди. Цена билета 3 евро. Билеты можно тоже купить прямо в театре или вот на вахте на Чкалова, 25. Так что не перепутайте, не в Центре культуры, а на Чкалова, 25, помещении театра. Будем рады, если вы придете на первый спектакль театрального месячника. Здравствуйте! Приглашаем вас на новое заседание Вовка-клуба 8 февраля, воскресенье, в 6 часов вечера в Центре культуры Силамяя. Выступает московский ансамбль «Horse Power» со специальными гостями Софией Рубиной-Хантер, участницей проекта Первого канала «Голос», и пианистом Владимиром Высоцким. Ждем вас! В минувшую субботу в нашем бассейне собрались юные пловцы и ветераны плавания. Общее число участников составило 86 человек. В этом году нашими гостями были представители Лихвы, Кохтла-Ярви, Азери, Таллина, Латвии и Санкт-Петербурга. В предыдущие годы в нашем открытом чемпионате участвовали титулованные пловцы, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Для определения лучших в своих возрастных подгруппах все участники стартовали на дистанции 50 метров любым способом плавания. В своих возрастных подгруппах из силамейцев призовые места заняли Петрова Александра, Игнатьева Карина, Баринова Диана, Андреев Руслан, Кузнецов Роман, Федоренков Александр, Бугакова Ольга, Семенов Артем, Дырин Дмитрий, Юров Виталий, Каев Евгений, Матарас Вячеслав, Рочев Сергей, Тихонов Александр, Булатов Вячеслав, Оглоблин Александр, Иудина Людмила, Ермаков Борис и Олег Тихонов, которому в этом году исполнилось 75 лет. Александр Оглоблин и Олег Тихонов установили рекорды города в своих возрастных подгруппах. Наш чемпионат города является открытым, и название абсолютного чемпиона по сумме очков за две дистанции 50 и 100 метров могут претендовать все участники. В этом году чемпионами стали Андреева Екатерина из Санкт-Петербурга и Калиновский Аркадий из Ехве. Приятно отметить, что все участники видят большой плюс нашего чемпионата в том, что он объединяет ветеранов и юных пловцов. По традиции чемпионат завершился эстафетой ветеранов против молодых и конкурсов прыжков с тумбочки. Ежегодно чемпионат города по плаванию поддерживает фонд «Эсти Культур Капитал». Уважаемые любители футбола, 6 и 7 февраля клуб «Алмаз» проводит традиционный международный турнир ветеранов по футболу в памяти силамейских тренеров Михаила Васильевича Мухина, Юрия Ивановича Барабанова и Евгения Степановича Петрова. Этот турнир уже в 10-й раз проводит клуб, и в этом году мы будем отмечать своего рода маленький юбилей. Команды из 5 стран приедут к нам на соревнования. Это порядка 20 команд, которые будут играть в двух возрастных категориях – 35 и 45 лет, и вторая категория – 45 лет и старше.
На этом турнире мы увидим, как старых своих добрых друзей, команды, которые постоянно к нам приезжают, так и новые коллективы из Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и России. Турнир будет проходить 2 дня, как я уже сказал. 6 февраля начало в 12 часов, а 7 февраля начало в 9 часов утра. Очень ждем болельщиков, любителей футбола, всех, кому нравится этот вид спорта. Приходите, нас ждет много-много интересного футбола. Начнем с приятного. В легкоатлетическом манеже Калева, кроме дорожки, и обновили наши сидения. Поэтому можете приходить, желающие, красиво посмотреть. И приятно это ребятам тренироваться в новой обстановке. 17-18 января у нас прошли чемпионаты Эстонии среди группы Б и А ребят. И 24-25 группа юниоров и Норсова. Значит, я могу сказать результат общий вначале, а потом коснуться каждого ребенка. Значит, общий результат. 5 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых. Особо отличились. Это у нас в группе Б Ангела Мандель. Она выиграла 3000 спортивную ходьбу и была в беге на 1000 метров второй. В этом же возрасте Милена Суслова была бронзовым призером бега на 600 метров. И Пальмова Юля была заняла 3-е место в ходьбе на 3000. В ходьбе на 3000. Значит, в группе А 1-е место занял Кирилл Титов, уже в ходьбе спортивной на 5000. И второй был Илья Волосатов. Значит, в группе А, значит, в ходьбе на 3000 Лика Митрофанова впервые стала чемпионкой Эстонии, занял 1-е место. Если взять юниоров, то это возраст 96-97 лет, до 20 лет. Значит, очень здорово пробежал у нас Антон Великанов. Он выиграл 60 метров с новым рекордом нашего спортклуба, который держался у нас 20 лет. Показал сильный результат. И он же на 300 метров занял 3-е место. Значит, в группе А юниоров Маргарита Козлова заняла 2-е место в ходьбе на 3000. В ходьбе на 3000. Значит, в группе Норсова, это возраст до 23 лет. Значит, Валентин Егоров был первым на 5000 спортивной ходьбой. Богдан Давыдов занял 2-е место, все за ним. Практически весь потенциал почета был наш. В субботу 31 января в 12:00 в Малом зале Дворца спорта начнется мероприятие под названием «Силомяя – столица спорта». Целью этого мероприятия является ознакомить жителей города с жизнью и достижениями наших спортсменов. В программе мероприятия показательные выступления наших баскетболистов, а также учеников Силомяйской гимназии, клуба «Тэквондо Квон», футбольного клуба «Дина», детской аэробики клуба «Ивайл Атлетикс». Зрителей ждет беспроигрышная лотерея, а также им предоставится возможность бесплатно измерить давление и уровень сахара в крови. Пожалуйста, приходите.